Ребята, у нас в воскресенье были соревнования большие по самбо. Такой открытый городской турнир по самбо. От нашей команды боролось 6 человек, как я уже говорил. Лучше всех у нас отборолся Анастасия Влад. Поздравляем его. Молодец. Он боролся. Он боролся, короче, 5 раз, да, боролся? 5 раз боролся, 3 раза выиграл, 2 раза проиграл. От всех, от нас, от родителей, от меня лично, вот как обычно, ребята, денежный приз такой, ну, небольшой, но все равно приятно, что человек старался, не подвел команду. Остальные ребята слабо отборолись, ну, объективно сказать. Ну, по многим причинам. Во-первых, со старшими боролись, там, Волков у нас, например, 2008 года, а борьба была 2006 года, ребята. Гриценко тоже. Я не в первый раз боролся, проиграл, ну, так и должно быть, там уровень хороший был. Егор тоже Сюхина отборолся, слабо проиграл. И Артем еще у нас, Серегин, тоже слабо отборолся. Один у нас Влад, не подвел команду, спасибо, брат, что не подвел. Молодец, старайся, тренируйся, встать в строй. В общем, ребята, если есть желание, приходите на тренировки. Будем поощрять ваши победы. Будем вместе заниматься. Всех благ желаем всем.